Здравствуйте, это канал Максимат, и мы продолжаем проходить Angry Birds Star Wars, первую часть. Следующий эпизод называется Death Star, Звезда Смерти, если переводить на русский язык. И давайте начнем. Короче, это у нас повстанцы. То есть птица синяя троица вот это играет роль повстанцев. Повстанцы в Звездных войнах, в фильмах эти повстанцы только и делали, что погибали, блин. Так, уровни в космосе у нас первые идут. Но такие не все. Лампочки тут какие-то красные. Так. Короче, вот это не свин, это... Это корабль, истребитель, так выглядит. Пока что мы не на самой Звезде Смерти, Звезда Смерти он там. Блин, выстрелы подтолкнули. Железо подтолкнуть может туда. Да нет, что-то не очень получилось. Блин, если бы не пули, получше бы все было. До динамита бы добраться, да фиг получится, когда тут пули летят. Блин, вот бы эти железяки туда упали, а. Никак. Блин, я случайно это сделал сейчас. Бомбанул все-таки. Вот только не все свиньи подохли. До того не добрались. Thank you.
Блин, ну тут что-то сложновато, как замочить-то их всех, а? Нет, опять под эти... Я опять случайно... расстроил их. Сразу после выстрела. Опять эти пули, блин. О, вот это уже, вот это нормальный был удар. О, она ближе и ближе становится. Я в это играл давно, поэтому не помню уже какие тут уровни. Уровней здесь, как и в предыдущем эпизоде, 40. И на последнем из них будет босс, скажем так. Не совсем там босс будет, но тот уровень будет очень сильно отличаться от всех остальных уровней. Если в первом эпизоде уровень был как обычный, там просто был истребитель, то здесь уже, можно сказать, босс будет. Да блин, я опять случайно это сделал. Я не знаю, как так получается вообще. Вот по цепной реакции бы они бы попадали бы все, вот было бы замечательно. О, нормально, нормально. Тут наоборот, наверное, надо бы все-таки было вот это железное разломать. Да... Потому что тут стекло, оно ломается легче. Ну вот здесь металл, наверное, надо подстрелы, наверное, подкинуть. Если бы тут этот Оби-Ван Кеноби был бы, тут было бы попроще. О,
Ну, сейчас точно будет проще, потому что он один остался тут. А, когда уже последний космический уровень-то тут будет? Жду, не дождусь уже. Да блин. Я хотел подкинуть эту штуку туда. О, вот это последний космический уровень пока что. Звезда смерти прямо под нами. Куда бы стрельнуть лучше, а? Эх, я хотел в то стекло тоже попасть. Блин, я хотел сделать не так. И я еще хуже сейчас сделал. А сейчас попаду. Нет. Здесь железка это мешает. Так, вот если он сдохнет, да, то будет замечательно. Мы вошли в звезду смерти, блин. Так, а это у нас... Чубака, блин. Терренс в роли Чубаки. Блин. Я не хотел, чтобы эта штука сломалась. Вот можно было бы Чубаку вон туда закинуть. Пулями бы его тогда туда тащило. Ну ничего, мы все равно уровень прошли. Пулями бы его бы туда толкало, свиньи бы все, вот эти все сдохли, динамит бы тут взорвался, и наверх прям полетело все. Так, а вот здесь, если вот эту штуку сломать, то взорвется динамит. Вот только туда не получилось пролезть из-за этих дурацких пуль. Thank you.
Что дальше у нас тут идет? Какой-то уровень, кстати, уже. 14-й, окей. Так, вот здесь летят пули прямо на них, но исключительно вот в эти части. И, к сожалению, отразить их не получится, потому что у нас нет подходящих для этого птиц. Поэтому придется... Единственное, как мы можем, это сломать одну из этих штук. Точнее, она единственная. А, нет, мы ее не сломаем. Мало. Не хватает мощности у этой птицы. Эти, кстати, могут нас подтолкнуть туда. Но тут надо рассчитывать. Вот я опять не рассчитал и не долетел. О, вот сейчас получилось. Так, а вот здесь можно... Блин. Да что ты... Вот так вот. Этот эпизод по-прежнему относится к 4-му эпизоду Звездных войн, Новые джедаи. Вроде бы он так называется, но могу ошибаться. Я не помню, если честно. Так, вот здесь находится космическое яйцо. И многие с первого раза вообще не додумываются, как его добыть. Чтобы его добыть, нужно нырнуть туда. И долетели. Блин, чё ты взрываешься-то сразу? Да блин, опять! Надо их всех... А, надо их обоих вот так просто наэлектризовать, и пойдет цепная реакция. А затем они пристрелят самих себя и все. Я тоже с самого первого раза понятия не имел, когда будет это яйцо. Оказывается, нужно нырнуть и стрельнуть туда. Так, здесь нужно... камушек туда сбросить, и эти пресс-экструдеры начнут их сжимать. И
или как, или как их правильно называть, блин, не знаю. О, а тут уже локация отличается. Тут уже немного другая локация. Тут уже не рядом с входом, тут где-то непонятно где. Какой уровень уже, кстати? 19. Тут почти половину уже прошли. Всего за 20 минут. Это неплохой результат. Так, вот здесь патруль. А, все, отлично. А, вот здесь проходы, и там туда наверх типа лететь можно. Блин, я хотел в доску попасть в эту. Ну, давайте в динамит сразу попадем. Если получится, конечно. Да. Ну, что-то взрыв какой-то не очень-то был, если честно. Ну, хотя раз все тут разнеслось, значит, взрыв удался. Ну, с этим свином уже ничего не поделать. Придется... Вот надо бы... Вот так сделать. И в динамит вот этот попасть. В этот раз не очень получилось, потому что один свин остался все-таки жив. В этот раз не остался. Блин, я не туда начал стрелять. Там эти висящие камни какие-то. Так, вот здесь.
Ну и сюда стреляем, и все. Совсем легко. Так, вот здесь надо камушки в эти штуки кидать, и они будут взрываться. А, нет, не будут они еще взрываться. Чтобы они взрывались, надо и... Надо делать вот так. Так, вот здесь надо... Вот сюда опуститься и... Немного не туда. Ну и все, последний остался. Устраняем его без проблем. О! Первый уровень, на котором появляется Дарт Вейдер. 25 уровень и 20... Нет, 26 все-таки минут прошло. Так, Дарт Вейдер удерживает в воздухе эти предметы. Если мы его уничтожим, они упадут. Здесь ракета, если в нее вот так стрельнуть, то она подразлетится. Но вот наша цель — это добраться до Дарта Вейдера. Как-то не очень, если честно, получилось. Да, не получилось. Давайте не будем в этот раз взрывать ракету. Пусть она взорвется на земле. Блин, я случайно это сделал. Ну и осталось только вот так сделать. Так, Оби-Ван Кеноби против Дарта Вейдера. В фильме, в этом поединке Оби-Ван Кеноби погибает. А здесь он... Там, в той схватке с Дартом Вейдером, Вейдер убивает его, он погибает. А здесь Оби-Ван Кеноби продолжает играть. Можно сказать... Да, блин. Он жив, по сути говоря. Немного странно это, конечно, но... Так сделали, чтобы мы не теряли возможности за Оби-Ван Кеноби играть. Да, мы не долетим до него. Вот в Angry Birds Star Wars 2, когда в третьем эпизоде Квай-Гон Джин погибает, он действительно не появляется на следующих уровнях. То есть там он погибает канонично, как и должно быть. Тут с Оби-Ваном Кеноби немного как-то странно все.
Тут все просто, надо вот так сделать, все. И мы опять на этой локации, где вход рядом. Опа, бонусный уровень. Хорошо, давайте по-быстренькому на него сгоняем. Какой уровень уже? 28-й? То есть еще два уровня на этой базе, на этой локации. И опять космос пойдет. Так вот здесь было бы неплохо вот эти все стекляшки разломать. У нас это получилось. Какое счастье. Ну и... Все. Очень легко было это. Надо было пули отбрасывать, наверное. Будем пробовать отбрасывать пули. Одну только отбросить получилось, и то не, и совсем не туда, куда нам надо. И опять одно, и опять не туда. Может вот отсюда откинуть предмет. О, вот сейчас более, вот сейчас было неплохо. Один свин только остался. Ну ничего, мы с ним справимся без проблем. Так, мы вылетаем из звезды смерти. И опять в космосе. Как печально. Не люблю космические уровни, если честно. Вот тут в динамит было бы неплохо попасть, на самом деле. Да, не получилось. Может сверху, может наверх попробовать сразу. Да, только одна пуля пролетела туда. О, вот это да. Динамит, правда, не бомбанули. Ну ничего. Три звезды. О! Второй джетпак.
Там второй джетпак, мы должны достать его. Я уже и забыл про этот джетпак, если честно. Да. Нужно так пролететь, чтобы проломился весь проход. И мы смогли туда пролететь. Да, это все портит. Вздумай стрелять. Сразу я имею в виду. Ну и все, теперь проходим как обычно. Еще два джетпака мы найдем на следующем эпизоде. И на четвертом потом еще два будет. И тогда откроется эпизод Боба Фетт Миссионс. Который мы, конечно же, пройдем. О, еще одно яйцо. Попасть туда будет, ой, как непросто. Но надо попробовать. Зря я сказал, что это будет непросто. Потому что это было, ой, как просто. Все, что надо сделать, это прикончить этого свинтуса. И почему-то это не получилось с первого раза. Не долетела, вот зараза какая. Причем они... А, нет, не совсем. По-моему, мне казалось, что они крутятся равномерно. Ну, если присмотреться, то нет, не совсем так. Так, вот теперь до этого долететь бы. И, по-моему... Да, получится, получится.
нас осталось 5 уровней. Не получится, не получится. Тут уже прям сразу видно. Жалко, не сломались эти штуки. Да, надо как-то... Нет, ну не вот так. Да, до двух сразу вряд ли долетим. Может вот так попробовать? Не, пули не долетают. Мимо летят. Да, снова то же самое. Пролетаем истребители, не долетаем до туда. Вот два истребителя сразу, это уже слишком. Мы один с трудом разбомбили. Так, надо придумать, как долететь до этого свина, последнего. Все-таки придумали. Так, что у нас тут дальше? Можно оттолкнуться, в принципе, и эти камушки туда повалить. Вот здесь, наверное, надо прилететь, когда они вдвоем. Вот, и вот так.
появится. Да, почему-то только один взорвался. Ждем, когда он прилетит. Три уровня осталось. А, это плохо. Отлично. В смысле? А, нормально, все нормально. Я уже думал, он не сдохнет. Так, еще два уровня осталось. Что это за хоровод, блин? Так, а вот и финал подошел. Долететь надо до этой штуки. Один остался, зараза, блин. Нет, я не так хотел сделать. Да что ты не долетаешь до туда, а? Да, неважно. Опять то же самое, опять не долетаем. Ну-ка вот...
уклоняется, зараза. Что ж ты будешь делать, а? Так легко раньше этот уровень проходил, а сейчас что-то не получается. Может теперь, может эти подбросить? Не получится, потому что я неправильно сейчас их... Неправильно подлетел. Вообще это был Дарт Вейдер в истребителе в своем. Стреляют они в реактор, и звезда смерти взрывается. Такие вот дела. Что ж. Мы прошли этот эпизод, теперь надо посмотреть на новые значки. На берег. Вот Усач, Дарт Вейдер. Обновленный этот, улучшенный Оби-Ван Кеноби, Дарт Вейдер. Истребители. Этот значок показывает, что звезда смерти пройдена, ну и все. Такие вот значки. На сегодня все. С вас такой подписался с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримерский канал, вступайте в ВКонтакте и всем пока.